честь 9 мая в городе включили фонтаны. Торжественный запуск самого крупного состоялся на площади Пименова, несмотря на снег и достаточно прохладную для мая погоду. Напомню, самый большой городской комплекс фонтанов носит название «Речные цивилизации Сибири» и символизирует Обь, Бию и Катунь. Одновременно заработали еще 11 фонтанов в Первомайском, Павловском, Лучистом скверах и около театра «Глобус». Запуск плавучих фонтанов назначен на конец мая.